трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Снова поднята тема выдачи выпускникам автошкол временного водительского удостоверения сроком на 2 года. Соответствующее предложение Союз автошкол направил в госавтоинспекцию. Ожидается, что новичкам будет запрещено передвигаться по автомагистралям и садиться за руль ночью. Плюс ограничение по числу перевозимых пассажиров. Такая система, говорят авторы идеи, эффективно функционирует во многих странах. Трасса 101. В скором времени в Госдуму поступит законопроект, ужесточающий правила прохождения техосмотра. Во-первых, все это будет фиксироваться на фото и видео. Во-вторых, если специалист станции ТО оформил диагностическую карту на неисправный автомобиль, просто что-то упустил, ему будет грозить штраф до 10 тысяч рублей. Уголовный срок предусмотрен в случае умышленного изменения данных. Наконец, водителей снова хотят наказывать за непройденное ТО. Штраф 800 рублей. Трасса 101. Россияне все чаще покупают машины в кредит. Таким способом в прошлом году в среднем по стране была приобретена практически каждая вторая легковушка. По словам специалистов, это следствие реализации программы льготного автокредитования и запуска программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Процент кредитных авто разнится в зависимости от региона. Близок к 100 он на Чукотке и в Еврейской автономной области. Трасса 101. К концу этого года в России не должно остаться федеральных дорог, не соответствующих нормативам. Такую задачу ставит перед собой Росавтодор. Сейчас процент соответствия около 80. Вдобавок, к 2025 году планируется привести в порядок 85% региональных и местных автотрасс. Компания Hyundai представит в феврале новое 4-е поколение Santa Fe. Технические характеристики кроссовера пока не раскрываются. Но, безусловно, автомобиль будет напичкан всевозможными электронными помощниками. Среди них система предупреждения водителя о наличии препятствий сзади в условиях плохой видимости или сигнализатор присутствия на заднем сидении пассажиров на случай, если водитель забыл о них и ушел. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.